Пау! Всем привет и здрасте! Я приветствую тебя, дорогой любитель музыки, у меня на канале. И сегодня у нас будет разбор песни радио «Хит Крип». Перевод был взят с канала «Музыкант вещает». Ссылка на его видео будет в описании, и ссылка на оригинал песни будет тоже в описании. В общем-то, если ты подписался, нажал лайк и так далее, то погнали смотреть кавер, а потом разбор. Ах да, хочу поблагодарить человека, который сделал мне вот это прекрасное интро. В общем-то, ссылка на его канал будет в описании. Парень увлекается рисовками, спидпейнтами и разными дудлами. В общем-то, если тебе интересна тематика рисовки и так далее, ты найдешь у него все, что тебе надо. А также можете попросить, у него тоже интро. Парень делает очень качественно свою работу и старается над каждым интро и каждым видео. В общем, переходи по ссылке, подписывайся и поддерживай его лайком и подпиской. Он будет очень рад. Ну а теперь погнали. Когда ты со мною, я прячу глаза. Ты ангел свыше, чиста как слеза. Белые крылья над пучиной тревог. Хотел быть таким же, да только не смог. Я не такой, как ты, без разного теста. Кто ты рядом со мной? Мне здесь не место. Только не думай, что я отступлю. Душой и теплом к тебе я стремлюсь, и ты меня вспомни, когда нет меня. И в этом беда. Я не такой, как ты, без разного теста. Кто ты рядом со мной? Мне здесь не место. Мне здесь не место. Мне здесь не место. Кто ты рядом со мной? Мне здесь не место. Будь ты счастлива, счастлива всегда. Ты так нереальна, и в этом беда. Я не такой, как ты, без разного теста. Кто ты рядом со мной? Мне здесь не место. Мне здесь не место.
Ну что ж, вот и подошел к концу кавер, надеюсь, он тебе понравился. Давайте разберем эту песню. Тут, в принципе, все очень легко. Сейчас вам объясню аккорды и бой. Но есть один минус, новичкам ее будет сложно сыграть, поскольку я пытался сделать ее без барре, и это звучит, ну, очень не очень. Но, и поэтому давайте старайтесь брать барре, либо играйте квинтами, то есть... Сейчас все объясню, давайте по порядку. В общем, аккорды у нас здесь такие: С, либо же До мажор, от шестой струны. Вот так он звучит. Дальше у нас идет аккорд Е, либо же Ми мажор. И дальше у нас идут два барре аккорда. Давайте сначала я объясню вам, как играть ее с барре, а потом без попробую. В общем, звучит у нас аккорд фа вот так. То есть мы что сделаем? Здесь мы ставим барре на первый лад, кладем палец на первый лад. Я играю с каподастром, поэтому вот так вот. Ставим на первый лад палец, прижимаем струны. И тут как бы ставим аккорд Е. Ну, аппликатурки у вас все время здесь. И дальше аккорд FM. Вроде бы фа минор. Мы просто убираем средний палец. Давайте я вам еще раз покажу все аккорды вместе. Вот так они звучат. Потренируйтесь, и у вас обязательно получится зажать барре. Давайте перейдем к бою. Ну, а теперь давайте разберем бой и потом сыграем всю песню вместе. Значит, вначале я играл просто аккордами, ударами вниз. А потом здесь начинала немножечко играть бой. И на аккорде FM я играл... ударами вниз. Давайте по порядку. В общем, как я сказал, вначале я играл немножечко ударами вниз, просто обычными. А дальше как раз-таки боем. И давайте разберем бой детально. Зажимаем аккорд С. Покажу на примере его. Делаем два удара по басовым струнам. Давайте еще раз. А потом один большой удар вниз. Давайте вместе. Вот так. Дальше у нас идет три взмаха вверх. И потом вниз, вверх, вниз, вверх. И заново. Вот так играется у нас практически вся песня. То есть вы можете делать в каких-то местах просто одиночные удары, в каких-то можете... Хотя это, наверное, здесь все-таки неуместно. Но желательно играть всю песню боем, и в каких-то местах можно, вот где более спокойное место, можно играть... И ты меня вспомни, когда нет меня. Вот, допустим, в таких местах. И дальше снова по нарастающей у нас идет бой. Давайте еще раз повторим бой. Вниз, вниз, вниз. Вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Вот так звучит бой. Давайте еще на аккорде Е. Вниз, вниз, вниз.
Вот, давайте, даже у нас красная стрелочка вот здесь будет ударом по всем струнам. Вниз, 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 вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Дальше у нас идет аккорд фа, ставим баре. Вниз, 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 вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. И аккорд FM. Вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вниз, вверх. Ну, можно вообще здесь играть как бы просто ударами вниз. И тут уже припев. Я не такой, как ты. Мы из разного теста. В общем-то, вот такое здесь тесто у нас получается, такие пироги. Если тебе был полезен разбор этой песни, обязательно подписывайся, ставь лайк и оценивай мое видео комментарием. Ну, а всем удачи и пока!